продолжаем проходить Paint the Town Wrapped. Это у нас шестая часть, последняя часть, которая будет длиться час. Потом будет, будет подольше. Подольше будет потом. Но пока что мы продолжаем смотреть всякие сценарии, точнее модификаторы. Мы в прошлый раз посмотрели Суперхой, теперь давайте посмотрим Отбой. Попробуем его пройти. Не знаю, что это значит вообще. Что это? Не знаю, мне очень понравился Суперход. Он прикольный был, такой динамичный, прикольный. Давайте чуть карту сменим. Диско-клуб, там красивенько. Возможно, будет как-то визуально измениться что-то. Он типа черно-белый будет сейчас, да? А, типа темно. Отбой. Типа отбой, пора спать, да? Блять, ребят, вы как-то танцуете вообще. Ужас какой-то. Это дебильное. Это обалдеть, насколько дебильно. Если честно. Там было получше. Блин, может сильный удар поставить? Ну просто он типа сразу по умолчанию прикольный. Да? Блин, давайте тогда, знаете, что включим? Может быть первую карту, там я хорошо знаю. Или попробуем пройти, если не получится тогда уж. Да? Согласен? Прицела еще и нету, кстати. Ебать, вообще ничего не видно. Что происходит? Его уже вырубили, что ли? Ну и жопа, конечно. Какая-то хуйня. Интерфейс, кстати, ну ладно. Мне не нравится этот режим, он вообще дебильный. Ничего не видно. В чем прикол-то? Ну, я понимаю, что в этом и прикол, но бред. Оружия вообще нету. Блин, как в жопе. We'll be right back.
вообще нихуя не видно. Ребята, у вас там проблемы большие, хочу сказать. Да ну что? Вот и все. Да ну нахуй, обалдеть ты живучий. Вот народ-то остался. Одним ударом двоих. Ага, 9, 8. Что такое? Ой-ой-ой. Какой дебильный режим. Я даже фоткать ничего не буду, здесь нечего фоткать. Мне не понравился этот клуб. Я ухожу. А куда уходить-то? Ты сюда же куда-то, да? Тут, видимо... Что это было сейчас? Я больше не буду играть в клуб, и тут оружия нет. Окей, погнали дальше. Что-то прям быстро это было. Так, сценарии, модификаторы, живые мертвецы. Это вырублено типа вот так вот или что, что это? Включись, вот, живые мертвецы. Ага. Модификаторы байкеров пускай будет, там оружие до хера. Это что будет значить? А, то есть входу, да? Ясно. Они типа бессмертные или что? Ой, бля, это меня так зажать могут, походу. Ходите. Вы же зомби. Ух, блять. Нихера себе. Это тяжко. Thank you.
Ёб твою мать, это надо было кадр какой-то делать. Сейчас я придумал. Кто стул сломал? Ты? Сломай стул. Так. Ох, ребята. Какая же хуйня у вас происходит? Поехали. Ой, я забыл врубить интерфейс, да? Ну бывает, бывает, чё ж теперь. Сразу гнать на меня, что ли? Нельзя. Сдохни, пожалуйста. Спасибо. Ты в каком баре оказался? Уйди. А что такой прочный чел? Ну, зомби типа, наверное. Опа, здрасте, я тебя знаю. Ой, у тебя какая-то щупальца. Добро пожаловать. Тихо, 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 аккуратней. Да ёб твою мать. Где он? Чел с щупальцей. Блять, ладно. Очень будет проблематично так-то. Кираси зажали. Вот это водоворот был. Там где-то я свой ножик оставил. Но это сложнее из-за того, что они все кидаются на тебя. Это что за скелет? О, скелет сдох. Это неожиданно. Как их много-то. Но я могу... А, нет, не могу. Там чел идет очень недовольный происходящим. Если бы он один был, то да, я могу контролировать. А когда толпа такая ходит, это тяжеловато. Как у него башка с задержкой-то лопнула. Пластинку доживали тогда. Уйди нахер, Немезис херов недоделанный. Так, где-то я нож потерял.
О, он сдох, что ли? А, да? А может быть тогда... Там троечка или что-то можно? Там чел прилетел. 9 врагов. А кто? О, ты живой. Шака дядя разговаривает. А где еще один? Что-то меня напрягает это. Где еще один-то? Ты живой? Локацию изучу еще. Стоп, а где-то боксер должен сидеть же внизу. Опа, здрасте. Я его нашел. Вот такой вот беспорядок. Да. Ну, зомбиков я сфотографировал, в принципе. Что-то как-то быстро идет и легко. Бар байкера, в принципе, нормально. Тут очень много стульев. Первый раз, когда играл, видимо, не понимал, как играть, и поэтому так и было. А поэтому... Нулевая гравитация. Типа они будут улетать, как ебанутые все, да? Или что это значит? Ну, допустим. Удобно кушать. Блин, а играть-то как, наверное, обалдеть. Ну-ка. Лови. Осторожно, он летит выше головы. Ой. Он типа не вредит никак, что ли? Ой, я нечаянно. Ну идите нахер. Ух ты, я не ожидал.
Он живой по-любому. Ебать, весело. Ебать, сковорода. Не, поняли? Ага. Стой, ты куда стул делся? Отдай. Ой, нет, я забыл. Забыл, что прыгать нельзя. Хорош играть. У нас веселье. Положите. Где нож? Ага. Это еще мачете был. Ну или что-то типа того. Что они так обозлились-то? Музыку выключили? Кто-то заиграл. Уйди, пожалуйста. Я не могу найти... Ну ладно, сойдет. Ой, тихо, ты аккуратней. Опа, это кто? Девять уже? Что-то быстро как-то. Опа, здрасте. Еще боксер прибежал. Нет! Сейчас бы еще от этого чувака сдохнуть, который последний был. Ой. А, простите. Ну а что еще делать? Я не знаю. Что-то все проходится. Что-то все проходится. Ну да, она может очень сильно обеспечить себе такое спокойствие. 24 минуты, я уже 3 прошел. Это странно. Цветок.
Что бы это ни значило. Блин, без оружия это с ума сойти. Я даже там без оружия видел просто. Это цветок. Что это значит вообще? А, вот оно как раз. Да ёб твою мать. А, типа, я понял. Но это ничего не меняет, это просто красота может быть в финале. Бред. И какой цветок, нахуй. Бейте под нос. Я сейчас сразу крашу. Кстати, досмотрелся, переигрался. Ой, кого-то кинул. И... Блин, ну это бредовая модификация. Вообще ничего не поменялось, просто типа что закрашивает это. Блять, зажали опять. Я не буду это проходить плохой модификатор, я не вижу в этом смысла. Не, ну в смысле, я все проиграю. Если выиграю, то окей. Куда эта женщина? Тихо. Ну это бесконечный чел. Это его швырять буду долго. И ему его надо кием. О, повернул как вовремя.
А, ну все, он сдох. Не роняет, сука. Накрепко держит, смотри-ка, чё. Там неудобно бегать, можно застрять спокойно где-то. Ты что стоишь? Ты так спокойно, да? Ой. Ага, недовольны. Боксеры тут? Тихо, аккуратней. Оу. ЦП просто мало. Ой. Опа, здрасте. А вы куда? Бля, только не ты. А чё такой недовольный? Объясни мне, пожалуйста. В чём твоё недовольство выражается? Объясни. Близко. Тихо, П. Вот здесь он бегает. Ага. Ой-ой-ой, тихо, аккуратно. Сейчас что-нибудь найдем. Что-то он носит в руке. Ага. Лошара, а что это такое у тебя?
такой же бред. Это даже не красиво, это просто какое-то месиво и боль дизайнера. Не хочу. Даже фотографировать не буду, хуета какая-то. Не знаю, сколько здесь серий выйдет так. Еще недры арены есть какая-то, но я не знаю, что такое. Давайте пиратскую бухту, что ли, возьмем. Цветок херам. Блин, без оружия не хочу. Это посмотрите, насколько... Блин, ладно. Вот это самое долгое будет. Хотя я могу не успеть тогда. Давайте без оружия в этот раз не будем. Без фарайва. Это надо с самого начала. Я не знаю, сколько этого времени займет. Тут очень много, наверное. Пока что самый интересный модификатор это суперход. Что это за модификатор, я не знаю. Что значит Friends Forever? Они будут драться вообще? Они на меня нападать не будут. Вроде нападает. Вот бегут, пожалуйста. Бьёшь же? Бьёт. И что это даёт? Я-то вообще не понимаю, в чем прикол. Я кого-то ёбнул, по-моему. Я не знаю, в чем прикол этого режима. Что значит Friends Forever? Друзья навсегда. Но тут никто не друзья. Мой ножик во лбу застрял. Ой, блин, это было жалко как-то. Опа. Кто такой? За ножичком сходить. Что такое? Игра вакирует моих быстрых движений, что ли? Что это?
но, блин, быстрее. Тут ты не ходишь-то, блин. Это за мной, наверное, да? Кулаком напоследок долбанул. Чуть не упал. Я мышку представлял нечаянно. Опять, короче, потратил просто так все это. Ладно, что ж поделать. Они где-то наверху дерутся, по-моему. Идет. Они здесь. Там ножичек был еще. Может, и лучше даже. Что-то подлиннее. Ну, вот они, тройка идет. Бомжей. Что такое? Я типа должен знать, где выход, что ли? Это вся сложность? Нет, это не выход, кстати. А в чем прикол? Непонятно. Так, а что делать-то? Знаете что, она мне стала скучнее становится. Да, иногда поразвлекаться, там какие-то маневры придумывать, интересно, может быть. Но что сейчас делать? Что сейчас делать, например? Я даже не к тому, не к слову, что скучновато, а в принципе. Что делать? Нету выхода. Я его не вижу.
Я хз. Что это за модификатор? Странно. Слабые враги. Ну, кстати, слабые враги интересно, слабый игрок неинтересно, наверное, будет. Стрелы руки, может быть, интересно. Давайте слабые враги. Последний у нас сегодня. Слабые враги. У нас 4 минуты. Ну, типа, один раз сыграем, скорее всего, и все. Еще интересно, насколько слабые они? Вот насколько ты слабый, объясни мне. А, настолько? А, ну ты весело. Это им. Вы чуть-чуть понимаете, что происходит? Он выжил? Или я могу кулаком вообще хуячить прям? Да? Да вы что, серьезно? Настолько слабые? А я тут стули ищу, дурачок. Концерт окончен. Смысл модификатора, если даже как быстрее попадать по ним. Что-то я, наверное, переборщил, что это последнее. Как у барабана, блин. Где-то наверху, что ли, дерутся? Где-то боксер, наверное. И за сколько это было пройдено по времени? 2:37. Слабые враги. А мог еще быстрее, если бы вначале не тупил. Я определялся, насколько они слабые. Ну, кстати, это слишком. Это слишком. Слабые враги, это слишком. Ой, переиграть нажал, что ли? Ой, ну получается, мы на этом все как бы. На этом, наверное, все. Давайте посмотрим, сколько мы прошли и сколько осталось. У нас без оружия еще будет. Слабый игрок. Мягкие воксели, не знаю. Слабый игрок тяжело может быть. Стрелы, руки, что-то интересное. Я хочу посмотреть, как это выглядит. Просто даже играть не буду уже. Всё. Хотя я сделал вот так специально.
О, все, устал. И стрелы. А, в этом плане, типа, не взрывается, что ли? Не очень понимаю, что происходит, но ладно, допустим. До этого они не взрывались. Вроде бы. Здесь прям насколько пробегает. Вроде бы, да? Ладно, давайте тогда закончим. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.